Итак, приветствую всех, собственно, пришло время протестировать мою звуковуху, протестировать мой микрофон. Собственно, в комментариях напишите, что из этого получилось, стало лучше или хуже по сравнению с предыдущим, зря ли я потратил деньги. Собственно, мы начинаем тут за Икаики, все довольно просто. Армия наша будет действовать на северо-востоке, это, соответственно, вспомогательный генерал, которого мы будем закачивать через очки передвижения. Соответственно, развиваем сельхоз в наших постройках. Советую делать все в точности, как это делаю я, потому что это приводит к определенной цикличной последовательности того, что делает искусственный интеллект. То есть, если вы действуете ровным счетом точно так же, как и я, то есть постройка одинаковых построек, перемещение армии в те же чекпоинты. Здесь, кстати, использую более продвинутый способ, не заходя в дипломатию, объявить всем войну через попытку армии, которая потратила все очки и передвижения, дойти на территорию врага. Так даже проще объявлять им войну. Собственно, здесь выходим мы к Хатакияме, но выходим не прямо, потому что в Нота их армия имеет тенденцию прятаться. То есть она находится в лесу, чтобы нам не играть лишнюю засаду, ну то есть на втором ходу не попасться. Мы в любом случае за два хода не доходим до Нота, здесь эта армия появляется. То есть мы специально прячемся в лесу на территории другого клана. Это делается для того, чтобы, собственно, и потерял рентген. Потому что иногда рентгеном они видят, собственно, вашу армию. Ну и здесь легко, соответственно, добиваем. Без никаких проблем, получаем 2 очка. Тут достаточно такой интересный фронт северо-восточный. То есть Динбо и Анегакодзи, они воюют между собой. И, соответственно, это мешает воевать вам, но им с вами. Но если слишком затянуть, то эти кланы объявят друг другу перемирие, ну и, соответственно, сконцентрируются на вас, как на общем враге. Соответственно, как вы видите, у нас особо нет никаких проблем, то есть мы начали строить замок, тут постепенно к четвертому ходу нанимаем Асигару с мечами, то есть мы будем закачивать эти дзен, ну, в цитадель. То есть я тут сразу, в принципе, раскрою наш план. То есть клан достаточно легкий, он легкий за счет того, что мы можем нанимать Асигару с мечами. Ну и, соответственно, он легкий, потому что у нас, во-первых, также повышенная численность стенки с копьями. Она, конечно, слабоватенькая, это особенно видно при игре за другие кланы против Икаики, то есть там достаточно такая слабенькая мораль, слабенькие статы, однако, учитывая, что все-таки мы как игрок ей управляем, то, соответственно, в наших руках это все равно прежнему имба-стенка, но на этот раз еще и имба-стенка, увеличенная в численности значительно, что, соответственно, облегчает нам жизнь. То есть мы начали, в принципе, строить уже замок третьего уровня, пятому ходу. На северо-востоке, как видите, нас до сих пор никто не беспокоит. То есть, взяв такой Ното, мы даем себе такой небольшой тактический простор. То есть к этому ходу мы проверяем монахам, что у нас появилось. То есть, как видите, Анегакодзи, они понесли поражение от Динбо. То есть все может закончиться тем, что, в принципе, Динбо может даже убить Анегакодзи, что значительно упростит нам ситуацию, так как мы сразу можем занять их из Нота родовой замок, да, выйдя только на границу. Соответственно, сражения вот эти вот неинтересные я пропускал, не вижу смысла их показывать, то есть это можно будет увидеть каких-нибудь других моих видео. То есть достаточно типичное сражение, к тому же у нас есть сигары с мечами, которые режут все. Мы опять-таки застраиваем полностью Тидзен, здесь армия опасно выходит, то есть есть такой вот, условно говоря, риск, да, потерять Кага, например, поэтому, соответственно, тут мы еще монахом проведали, что у нас там есть по тылам. Рано или поздно сюда, также на этот фронт, выходит Такеда. Понятно, они, то есть, прорашили Северный Синана, выходят к Анегакодзи, в принципе, такой понятные риски. Значит, вот, как правило, здесь иногда может оказаться Динбо, иногда Анегакодзи, чаще всего Анегакодзи, практически всегда проигрывает Динбо. Здесь, соответственно, мы добиваем эту армию. Если вы все делали в раскачке и, ну, правильно, то есть, на том же ходу наняли Асигарок, то есть, на вот этом ходу к вам пришли Сакаи, это значит, что к ходу восьмому к вам придет большая армия Асаи, да, то есть из центра.
Вот, к этому нужно быть готовым, поэтому, соответственно, мы строим дополнительно нашу цитадель, то есть там дополнительно будет еще храм строиться, налогами, соответственно, не забываем играться на каждом ходу. Ну и к седьмому ходу у нас вот такая вот ситуация. То есть война между Онега Коди и Динго продолжается. Нам, в принципе, у нас, как видите, у нас раскачка, то есть учитывая, что у нас инфраструктура — это ремесленники, то есть я сделал вам раскачку, то есть это взял луки, чтобы у нас были ранины, да, и, соответственно, там будет монастырь, это для того, чтобы у нас были сахей с луками. То есть таким образом можно, в принципе, уйти в очень качественную армию монахов. Видите, у нас прежнему к седьмому ходу армия очень немногочисленная, но никаких значительных проблем нам это не сулит. То есть единственное, что тут нужно будет, это на восьмом ходу, соответственно, отбиваться от армии Асаи. То есть мы сейчас дадим ход. У нас уже изучается сущность духа по левой ветке. Вот к нам вышла Динба, они уничтожили, соответственно, и здесь мы сразу зашли в тыл. То есть, получается, Такеда уничтожили Онега Коди, Динба сразу же пытаются миновать нашу армию и забрать Кага. Ну, а мы тут же атакуем, собственно, их родовое поселение, тем самым лишая их армии. Вот, то есть тут два варианта. Либо, если они остались на своей территории, соответственно, они станут мятежниками, придется с ними повоевать. Если нет, то... нам же проще, соответственно, то есть если они перешли на территорию нашей провинции, они просто вайпнутся, соответственно, здесь подходит небольшая армия Асаи и, соответственно, точнее, большая армия Асаи, небольшая армия Сакаи, да, вот, и, соответственно, единственная сложность здесь — это выиграть вот это вот сражение на восьмом ходе, но к этому моменту у нас, в принципе, там достаточно большой гарнизон, он уже увеличенный, у нас, конечно, еще не с... вторым ярусом поселения, как видите, не хватает примерно там несколько ходов, по-моему, один или два. То есть это не суть. Да, но у нас достаточное количество сигару с мечами. Это сражение я также пропущу, чтобы просто не тратить ваш хронометраж, потому что, в принципе, мы сражаемся с, как видели, составами осигарок. Да, там есть некоторые самураи с яри, но так как у нас, в принципе, есть с лычками... осигару с мечами были кое-какие, у нас достаточно высокий ближний бой. То есть, просто стоя на стене, мы очень много убиваем людей. То есть, нам не нужно запариваться даже со стенками, например. То есть, осигары с мечами — это очень сильный отряд, по сути, который делает имбу. Здесь есть доля, конечно, вот такого небольшого рандома, что вот эта вот армия мятежников появилась, прокнулась у нашего священника Скиллуха. Соответственно, повышаем налоги. Еще одно такое небольшое сложное сражение с Такедой, но Такеда, как правило, рашит, и в ее армии есть определенная численность кавалерии, что, соответственно, делает из большой великой армии при защите замка не такую же грозную силу, на самом-то деле. Здесь, то есть, мы пополняемся, у нас нанимается два ранина, один ход до поселения с вторым уровнем построек, ну, имеется в виду возвышенности, да, то есть со вторым ярусом. То есть, таким образом, эти дзен у нас значительно усилен, и нам останется только действовать своей, вот, соответственно, второй армией на северо-востоке. Так как здесь очень большие территории, до которых противнику нужно идти, мы имеем большую свободу маневра, соответственно, героическая тут победа, также я пропустил сражение, чтобы не растягивать хронометраж, потому что очень легко при наличии сигару с мечами, соответственно, рубать все, что там есть. Вот, я думаю, многие из тех, кто, собственно, имеют интерес к моему каналу, в состоянии разобраться с матрасами, Вот, то есть у нас мы подошли к 10-му ходу. Ну и, соответственно, добиваем здесь Такеда, получаем, соответственно, небольшой опыт. У нас даже до сих пор еще самурай с яри есть. Собственно, в завершение, что можно сказать, клан довольно легкий. Настолько легкий, что здесь можно, как видите, спокойно уйти в развитие. То есть я, по сути, не напрягаюсь. Через какое-то время к вам, соответственно, выйдут сюда уисуги. А могут и не выйти, потому что кто-то их уничтожит, пока они будут идти. Им нужно минимум 2-3 хода, чтобы до вас дойти. После того, как вы разбиваете Такеда, ну, соответственно, Северный Синана я не рекомендую выносить, да. То есть можно занимать провинцию вот эту Онега Коди.
Ну и, соответственно, манипулировать за счет того, что здесь, по сути, 4 провинции на Восточном фронте. И за счет вот этого можно манипулировать, то есть даже если придет какая-то большая армия, вы можете спрятаться в один из этих лесов, она возьмет какой-то замок и, например, сделает такую глупость, как останется не в замке, а станет возле замка. Ну и, соответственно, вы можете поймать ее на этом и через захват площади вайпнуть эту армию, то есть нажать продолжить, когда площадь будет захвачена, и, соответственно, уничтожить целый стек. Ну это как вариант действий, если кто-то сомневается в своих силах. Хотя, по сути, казна позволяет нам уже иметь куда более серьезные силы. Здесь я, конечно, вот выдвигаю какие-то там войска, что-то там уже, честно говоря, записал видеоряд, да, уже даже не помню, что происходило по факту. То есть, по-моему, да, вот я усилил как-то армию, то есть эти отряды даже распущу. То есть, в целом, мы собрали такую свою компашечку. Тут я сдам еще один ход, сдам его чисто, чтобы там уничтожить мятежников и подвести какой-то итог. То есть мы можем вот нанимать ранинов. Ну и, соответственно, в эти дзени я вам оставляю этакий симулятор пострелушек, потому что, собственно, высокое поселение, крутые лучники, мастерские ремесленников. То есть вы можете, соответственно, там докачать эту армию. То есть к вам будут приходить какие-то бомжи, потому что, соответственно, вы со всеми воюете, а эти кланы между собой не воюют и объединены в этом едином порыве войны против вас. То есть они будут поставлять вам свои, так скажем, силы мальчиков для битья, которых вы можете бить каждый ход, соответственно, качать своих ранинов, качать своего дайме. Я думаю, это хорошая сделка. То есть, ну и на этом мы, в принципе, и закончим. То есть, всем спасибо за внимание. Оставляйте комментарии по поводу звука. Ну и до скорых встреч. То есть, соответственно, сейвы будут в Телеграме. Ну и все в таком духе.